Время пришло, в гости отправиться, ждет меня старинный друг. Он полфрик не славный, мой друг, самый главный, он Мишка, дружили Мишка. Все вот знакомы, кто угостит, не тот Мишка, глупенький Мишка. Лакомка Винни-Пух, все и на землю бух. Нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать. И пасмурный днем, если дождь за окном, славно, что можно тебя повстречать. Мой Мишка, выдумщик Мишка, да ты постой, возьми меня с собой. Мишка, плюшевый Мишка, навек мы друзья, мой старенький Винни-Дая. Ну и дела. Наверное, там что-то очень большое. А как хорошо запаковано. А главное, не шевелится. Ты прав, это приятно. А кто же хозяин коробки? Ты, суслик? Кто же еще, Пухова-то глава? Естественно, я. Выписал, как и положено, по каталогу. Открывать нужно очень осторожно. А, Люсиль! Привет, суслик. Как идут дела? Отлично. И у Люсиль тоже. Вот любуемся солнечными бликами на ее прелестной ручке. У нас не огромные планы, грандиозные. Ах, щенок, мы удивим с ней весь мир. Извини, суслик, я не слишком в этом разбираюсь. Но может вам сначала что-нибудь попроще сделать? Например, покопать. Вот, ты смотришь в корень. И именно этим мы и займемся. Но, боже, как мы с ней будем копать? Что бы это могло быть? А? Привет, щенок. Ну как тебе твое новое овощехранилище? Прости, но я не помню, чтобы просил его рычь. Благодарю, Люсиль. Это ее идея. Она еще не такое придумает. Все в порядке. Капельку другую можно еще раскрести. Ой. Привет, щенок. Ты очень тут кстати. Сейчас увидишь, какой бассейн мы с Люсиль тебе вырыем. Прямо олимпийский. Но, если говорить честно, в настоящий момент мне как-то не очень хочется плавать. Да нам не трудно, напротив. Одно удовольствие. Да, неплохо мы потрудились. Бассейн, что надо. Правда, не мешало бы в него водички налить. Ну уж так, детали. Ты доволен, Пух? Пух. Как не вовремя он ушел. Ладно, потом уж спрошу. Суслик! Здорово, Пятачок! Это я. Вот, произвожу ремонт у тигры. Как только закончу, возьмусь за твой домишко. Замечательно. Ты у тигра спрашивал, он не против? Ты что? Какой я против? Он будет счастлив. Ну, раз он счастлив, и я не возражаю. На карте видно, какой урон нанес суслик нашим участкам. Да перестань. Он просто перестарался. Накопал немного больше, чем нужно. Какой там урон? О, боже! Неужели еще что-то? Этот подпольщик, этот подземщик, этот подгромщик! Я так и думал. Что он опять выкинул? Не спрашивай, я не могу рассказывать. Слишком унизительно. Мы очень суровы к суслику. Он просто хочет помочь нам, и все. Надо поговорить с ним. Нет, никаких разговоров. С его подрывной деятельностью пора покончить. Приказывай, капитан Ушастик, слушаем тебя. Зрелый так. Ничего особенно плохого суслик не делает. Просто копает и все. И Люсиль, его довольно милая. Не понимаю, как они все не понимают. Суслик просто старается нам помочь. Ой, мама. Пожалуй, он и правда перехватил. Люсиль! Люсиль!
удалось ему так высоко ее повесить? Я тебя закопаю и объясню все суслику. Может, он тогда и меня и побьет, но не очень больно. Ой, помогите, спасите меня! Ой, мы что, в ночную отправляемся? Нет, украли мою Люсиль! Надо отыскать этого злодея и как следует проучить его! Что? А? Что ты там увидел? По-моему, я нашел его следы. Я догадался. Это лопаточный ворюга Громотоп. Смотрите, следы ведут к дому Пятачка. Пятачок исчез. Да, и его дом тоже. Все понятно. Бедного Пятачка уволок тот, кто украл Люсиль. Ну и задам же я этому лопато-пятачковому ворюге Громотопу. Сдается мне, он в той яме. Спустись, тигра, проверь. Нет уж, старик, спускайся сон. Знакомые голоса. Я, как всегда, был прав. Он там. Не дрейф, крольчишка трусишка. Мы все спустимся туда и расплющим этого лопаточного мародера. Куда? Туда? Вниз? О, я не советую этого делать. Там слишком глубоко. Не так уж и глубоко. Проверим. Извините меня, но знаете, что мне напоминает это «ой»? Скорее голос Пятачка, чем Громотопа или мародера. Эй, Пятачок, там около тебя не прячутся какие-нибудь бандиты. А что, они здесь? Ой, мама, я думал, тут только мы, Люсиль. Люсиль? Держись, крошка, я спасу тебя! Ой. Люсиль! Господи, я больше не надеялся тебя увидеть, лопаточка моя ненаглядная! Если этот проклятый изверг сделал на тебя хоть царапину, я его! Ой, мама! Сынок, чего ты испугался? Покажи только, где бандит, похитивший Люсиль! Уж я его! Но это я ее украл. Ты украл Люсиль? Да как же ты мог, Пятачок? Ну, я не знал, как еще можно остановить твои раскопки. Ты хочешь сказать, что они были никому не нужны, и мы с Люсиль лезли не в свое дело? Немножко, чуть-чуть. Ничего, сынок, я все поправлю, это не так трудно. Только не перестарайся. Так значит, ты меня простил? О чем речь? А ты прости меня. О чем речь? И значит, никаких ужасных громотопов здесь нет? Выходит, кроме тебя никого. А что мы скажем остальным? Да, имеется одна идейка. Что-то их долго нет, ребята. А может быть, нам спуститься и помочь им? Нет-нет, давайте подождем еще немножко. Ну, скажем так, денька три. Получай, громотопный ворюга! Получай, ворюжий громотоп! Я меня получаю, не смей больше сюда возвращаться! И вот ты! Пятачок! Ну что, порядочек? Наша взяла! Клянусь динамитом, хотя победа была очень нелегкой, мы едва не погибли! Бедняжка Люсиль так переволновалась, что теперь ей необходим длительный отдых! Ура! А я закажу себе лопаточку получше, с паровым приводом и, конечно, с атомным буром! Думаю назвать ее Нэнси! Похоже, им не нравится это имя!